Сегодня стало известно о жестокой мести коварных строителей, которые замуровали в одной из квартир на улице Волгоградской женщину с малолетним ребенком. Случилась эта дикая история в ночь с субботы на воскресенье в 43-й квартире 108-го дома на улице Волгоградской. Хозяин этого жилища затеял не так давно капитальный ремонт. Благо, средства позволяли нанять специально обученных людей-строителей. Но вот где-то в середине покрасочно-поклеечных работ случился у хозяина с наемными рабочими конфликт. Там мы с ними не сошлись по деньгам, они и по качеству. Они, значит, все это забросили, квартиру бросили. Обоснованно ли хозяин так обидел строителей, это теперь следствие разбираться будет. А только выгнал он рабочих мужиков за шеи и даже не расплатился. Ремонт свой хозяин 180-й квартиры закончил, наняв других специально обученных людей. Но первая изгнанная бригада обиду свою не забыла и решила доказать свое мастерство и умение, а заодно и показать, кто здесь вообще условия диктует. Вот в первом часу ночи в воскресенье пришли коварные строители с электросваркой и запаяли входную железную дверь в трех местах. Для профессионала это дело пяти минут, и соседи даже ничего не услышали. Впрочем, так же, как и хозяйка, которая в это время принимала в ванну. Каково же было удивление хозяина, который пришел ночью домой, привычно воткнул ключ в замочную скважину, и дверь даже не приоткрылась. Вызвал и милиционеров, и спасателей. Последние откровенно признались, что такой вот мести они не встречали на своем рабочем пути, но без проблем срезали заваренные места и ломиком вскрыли дверь. Плененная жена и ребенок были освобождены, ну или наоборот, хозяин пробрался в свой дом. Это уже не важно. Главное, что мстительные строители позаботились о том, чтобы слава их подвига не досталась кому другому. В заваренную дверь была аккуратно вставлена записочка. Дверь заварена строителями за неуплату ремонта. Не вскрывать. Хозяин теперь уверен, что на обидчиков будет возбуждено уголовное дело.